have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы в Бастионе, и я хочу посмотреть бюро находок, что-то вонючее для улучшения огненных мехов. Но оно же у меня есть, правильно? Я же это уже прокачал, или мне кажется, что-то горелое. Оно все тут есть, но... Погодите. Нет, отмена. Прыжок с копьем, последний сигнал. А что если... Сейчас я вниз прокачаю, может, я смогу купить некоторые элементы. Хенсе, это для богини, это идол. Дает немного здоровья на успешное отражение, за успешное отражение. Это медовухи. Настойка. Так, минуточку. Компонент, что-то чуждое. Это то, что я только что поставил, да? Что-то жилистое. Мортиры. Катастрофные пушки. Модный аксессуар, покрытый сажей. Памятная вещь. Хрустальная заколка имеет большую ценность с точки зрения вызываемых эмоций. Еще прочно держит волосы. Лучше оставить у себя, на всякий случай. Давайте купим. Что если пригодится? Я не знаю, что это. Что-то. Это у нас... Что-то масляное. Для ржавого мушкетона. Ракета Творцов. Катастрофическая пушка. Навык. Экспериментальный снаряд, который разделяет при выстреле на множество мелких бомб, несущих разрушение. Маломасштабный прототип устройства, вызывающий катастрофу. Минуточку. Вот. Техника позволяет... применившему ее крутиться волчком, продолжая извергать пламя. Это что-то интересное. Давайте я вот это куплю. И давайте я вот это куплю. Так, это у нас боевой мачете. Внезапная турель. Это... Дальний пистолет и навык. Я так понимаю, что навык у нас ставится вместо нашего основного навыка. Да, ракета Творцов, пламенный карусель и силки ловчих. Зеркальный щит. На самом деле приманка брызги мне сейчас кажется более адекватной, потому что ну, это просто отвлечение внимания. Во-первых, во-вторых, она летает и может добраться до разных мест. Я бы, наверное, посмотрел бы, как работает... А я даже не знаю. Это надо идти экспериментировать. Я пока не очень настроен идти экспериментировать, скажем так. Наверное, в этом сейчас мой косяк. Вот, я стараюсь заколка. Не расстраивать мальца. Да, это Бастион. Но кроме нас здесь никого нет. Я думаю, к девушке надо подойти с заколкой, не? Никогда не попросит спеть ему. Ха. Заколка. Это было что-то странное, на самом деле. Когда малец получит последний осколок от Зулфа, все закончится. Куда же нам? Это у нас все вот. Обнаружен Зулф с последним осколком. Ладно, я так понимаю, что это у нас... после запуска этого уровня назад пути не будет. Вы готовы? Хотел сказать, что, наверное, это будет последнее задание. Да. Попробуем. Я не совсем сейчас уверен в своем снаряжении, но уж что есть. Я не слышу его больше. Он слишком далеко. Но он будет в порядке. Маленькие пернатые упыри. Катастрофа ударила по терминалам до зала сильнее всего. А куда мне?
Надо привыкнуть. Просто надо забрать осколок у Зулфа и вернуться домой. Я правильно иду? Тупик, да? Точно тупик, хорошо. Ай, оно по мне тоже бьет. Ты знаешь, почему Зулф вернулся сюда? Я не знаю, зачем это я прощупываю. Было его домом. Все его друзья и родные жили здесь. Всех собрала катастрофа. Блин, это очень крутая деваха, если чё. Они из этих трещин вылазят? Зуб должно быть там совсем один. Просто ждет. Можно было бы из этих колодцев лечиться, как в Диабло? Это было бы круто. Да хорош! С ними проще со щитом подходить к ним, чем... Знаешь, что самое смешное? Ну... Да гори! Неплохо это они такую западню устроили. Ай. Все мы ждем. По-моему, я сам себе больше урона нанес, да? Ладно. А как я так? Ай, больно. Чуваки, давайте. Ай-яй-яй, какой яд нафиг, ты о чем? Я его же ядом отравил, неплохо. Это было сейчас прям неплохо, согласен. Они из этих трещин, что ли, лезут? Так, под щитом идем. Оглянись вокруг. Боюсь, в бастионе теперь особенно нечем заняться. Так почему бы не порассказывать истории, чтобы скоротать время? Мне нравится, что они начинают подгорать потом. Это был, по-моему, правильный выбор, чем просто увеличение урона. Видите, они там просто... Загорают, и все. И все нормально. Я возьму. Давайте я вызову одного. Все равно они по 10 экспы дают или сколько-то бутылки. Давайте еще одного вызову. Бутылочку. Но, Зия, есть еще одна причина рассказывать тебе это. Я хочу, чтобы ты кое-что поняла. Когда Малец вернет этот осколок, бастион будет завершен. Уйдите от меня, твари! Я, по-моему, там где-то 350 миллиардов урона только что нанес. Видите, у них это порча, которую занесли. Пару жизней ура, остается. Уйдет прочь.
его соберу. Кстати, почти уровень. Меня это сейчас может спасти в какой-то момент. Смотри, какая большая арена. Что произойдет с Зулфом, уже не важно. Ты сгорел, нет? Да, сгорел. Хорошо, я же говорю. Это очень хорошее улучшение, то, что я взял. Сюда тоже сейчас приедет? Нет. 200 XP. Цейлондия вновь станет прежней. Валим, 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 валим. Меня только что опять все видели, смертельный удар спас. Меня убили, но я не умер. Очень удачно. Да, чтоб тебя. Я думал, я от вас всех уже избавился. Все станет как раньше. Еще раз смертельный удар меня спас. Хорошо, что оно не ограничено по количеству, типа, ну вот, ты вылечился, и оп, опять можно в прединфарктное состояние. Но есть проблема. Мы все исчезнем. Почему? Зулф. Ожидаю падения бастиона. О нет, мы не умрем. Скорее так. Все это просто остановится. Приехал, блин. Я их просто убил. В принципе, смотрите, проходя, ну, не абы как, а, ну, нормально проходя, не выполняя специально каких-то там испытаний, вот я ничего практически не делал, вы видели все, что я делал, все испытания. Вначале я немножко позаморачивался, сколько я, 2 или 3 испытания прошел. Потом... Все вернется на круги своя, как было раньше. Все равно хватает денег, хватает XP. Такова сила бастиона. Уровень пришел, отлично. Максимальное здоровье. А как мне туда попасть? Все это место — это живой архив с записями мира до катастрофы. Со всем, что было до этой истории. Хорошие времена. Чего я взял? Не знаю, что ты взял. Блин, там мостика не хватает, и тут мостика не хватает. А как я... Вот что я взял. У меня теперь вместо переката прыжок получился. Я случайно вообще нажал. Неплохо, неплохо. О! Вы что делаете? Подумай, какие о том, сосульки, вы о чем? Изменить. Нельзя задерживаться на месте, я тебя понял. Так, за это, по крайней мере. Зарядка. А куда мне? Прыгать я, конечно, прыгаю, все прикольно. Приколись! Дай возьму бутылку, что ты делаешь? О мелких неудачах в прошлом. Представь, что тебе дали второй шанс. Минус. Оно все рушится. Ай! Никаких ошибок. Нет! Все.
все, кому ты причинила боль. Ну, тихо. Нет, ну не падай ты! Меня типа дальше загрузили? Отравил, блин. Я не пойму, то ли меня загрузило дальше, потому что я нормально прыгнул, то ли меня загрузило дальше, потому что я лошара. Я не знаю, посмотрим. Вот это была долгая загрузка. Это Зулф, не Зулф. Это был босс какой-то? Я не понял толком. Ну да, чувак нормальный, сложный такой, но... Но он слился. Да, зашибись. По этим штукам прыгать. Чё за паркур пошел? Да я не туда целился. Стояла, до этого не рыпалась, все было нормально. Как мне прилетело из гранатомета, она сразу такая: а, не-не-не, мне тут что-то. Отпарировал. Наверное. Не знаю. Я чувствую, что я свою обилку... Ай, блин. Я свою обилку просто просираю, потому что я мог более эффективное что-нибудь взять вместо нее. Например, те же самые скиллы, которые я купил, но... почему-то мне нравится ходить именно с отвлекающим маневром, вот таким небольшим. Ребят, сделайте этот отрывок, отрезок не таким уж большим. Не знаю, начинает поднадоедать, что ли. О, что это было? Спасибо. Услышали меня. Вен. Комментировал свою работу для Цейлундии. Тебе интересно, есть ли другой способ решить проблему? Не волнуйся, я расскажу. Но зачем тебе другой способ, если только... Если только не хочешь остаться здесь, с нами? Так, аккуратно, аккуратно. Это... Мило и все такое, но я не уверен, что смогу остаться. Я сейчас на обратном пути буду встречать, да? Или я просто нажму и нормально будет? Просто нажму и будет нормально. Ну, он еще... Так, быка вижу. Но поедет ли он ко мне? Вроде нет. Груз катастрофы. Он на наших плечах. Мы не можем так все оставить. То, извините. Что, извините? Я не могу прыгать, если что. Я могу двери пробивать, что? А, вот обозначается красным. Значит, строго могу. Говоря, бастион может еще кое-что. Shift, чтобы защищаться. Я что-то сейчас... Не понимаю, быстро передвигаться я не могу. Это типа бьет всех.
Если когда-нибудь монумент исчезнет безвозвратно, мы сможем улететь. Сперва соберем столько людей, сколько сможем. Затем мы взорвем ядра и улетим подальше отсюда. Погодите, что за разговор об улетим? Короче, это бревно, оно мне заменило абсолютно все. И стрелковое оружие, и главное оружие, пьюшку и все. Офигеть, сколько оно урона наносит. Shift, ну, то есть все те же механики на защиту, на удары остались. Просто теперь все это выполняет бревно. Я больше не могу прыгать, я больше не могу бегать. Я не знаю, почему я так дотошно все это разбиваю, но по сути дальше надо идти. Просто, наверное, хотелось глянуть, что там дальше. Тяжело, появились. Правда. Да. Ёлки-палки, вот это мощь. Ну, поехали. Я мобильность вообще любую вообще потерял сейчас. Я не знаю, как я буду дальше драться. Да, он ваншотит все, но ёлки-палки. Прям как-то неуютно себя чувствую. Ты же знаешь, что Зулф и его соплеменники не отдадут осколок без боя, не так ли? Ну вот, видели, пока я подошел, пока это, пока потратил бутылку еще не полной жизни. Обидно. Ну, вот так. Зулф и Ура, так больше всего они хотят сейчас увидеть падение Бастиона. Тут я ничего не могу сделать. Там наверх я никак тоже, наверное, не пройду. Пойдем вниз. Зулф посвятил свою жизнь укреплению мира между Ура и Цейлондией. Взрывной волной больше достает, чем... Взрывной волной достает больше, чем удар вот такой вот. То есть ждешь удар... Он представить не мог, что город хочет уничтожить Ура. Минус 3. Но Зулф все же не утратил остатки совести, нет. Нафиг вас. Так, вижу осколок, сейчас я... по-быленькому тут похожу, вон ту бутылочку возьму, что она мне нужна, я бы вылечился. Армагеддон мне понравился, надо будет, наверное, чаще что ли пользоваться, я не знаю. Он пытался предупредить тебя о своих планах, как и мальца. Минус 2. Вот это, наверное, было все-таки парирование, потому что ему прошел урон, потому что... Ну, я заблокировал время, ему прошел урон. А, вон вижу чувака. Так, вижу Азаза. По нему эта штука не проходит, да? Зулфа, это не личное дело. Нет, нет, нет!
Это было подло. Это было просто подло сейчас. Это не просто вопрос гордости. Да я ставлю... Я ставлю блок, вы что делаете? Блин, ни хилок не осталось. Вообще ни хилок, ничего, вот осколок. Ясно одно. Нам не хоть Ура будут не в восторге от того, что Малец преследовал Зулфа всю дорогу домой. Ну? А, они его еще и побили? Уйти, бросить Зулфа и продвигаться дальше с осадным тараном? Бросить осадный таран и подобрать Зулфа? А что мне будет? Зулф сильно ранен, но все еще дышит. Похоже, его соотечественники в отчаянии обернулись против него. Он почти разрушил бастион, но все же. Безнадежно он будет обузой. Его план мести за Ура принес только еще больше страданий. Важно лишь вернуть осколок невредимым. Вдруг в игре появился выбор. Минуточку, что я буду делать без тарана? Мне дадут какое-то оружие, или я буду просто, типа, идти и прятаться? Как это все будет выглядеть? На самом деле, какой-то ненависти к Зулфу у меня нету. Я понимаю, что он ослеплен яростью и... Чувак, ладно, я помогаю, возьму тебя. Представляю. Малец в одном углу, Зулф в другом. Тот еще бой. Только не волнуйся. Когда бастион восстановится, все будет в порядке. Я не прыгать не могу, ничего вообще не могу. Оружия у меня нету. То есть я иду Ты так же, как не старанным, думаешь о том, чтобы покинуть всего. Город, не так ли? Я своих хпшек не вижу, если чё. Вылечиться я тоже не могу. А почему у меня... Почему у меня не было выбора, ну, не знаю... Получить свое оружие обратно. Что есть силы, мама, я здесь. Открой глаза, сердце тает. Малец, наверное, уже разобрался с Зулфом. Он напоминает меня в былые годы. Я не рассказывал тебе о тех днях. Ну-ка, истории будут? А, я раскатал губу. Истории. Угу. Эй, малец. Эй, салага. Вставай, малец. Вставай, это уже не смешно. Подъем, я сказал. Так-то лучше.
Теперь установи этот осколок в монумент. Потом поговорим. Погодите, я могу... Еще всякой фигней позаниматься. Начни с главного, но... малец. Бастион ждет. Ладно. Бастион наконец завершен. Теперь хочу тебе кое-что показать. Терминалы Тезала были вырваны из-под земли и выброшены к звездам. Добро пожаловать в сердце Бастиона. Монумент. Я не силен в прощаниях, так что давай к делу. Зия и я знаем, что пришлось трудно, так что тебе и весь почет. Мы можем рассказать, как все работает, если у тебя есть вопросы. Ну, давай посмотрим. Эй, малец. Так, гнездо клевом. Не позволяй этому изменить твое решение. Здесь и сейчас ты можешь всех спасти. Это повторные какие-то диалоги или... У тебя еще есть дела. Оставь этот значок себе. Знаешь, ты его достоин. Зулф принес Ура только гибель. Неудивительно, что они не любезничали с ним. Раньше я думал, как там наша родина. Но сейчас это не важно. Можешь покончить с катастрофой здесь и сейчас. Давай, малец. И пока не забыл, спасибо. Это та шестерня, которую мы всю игру на спине таскаем. Получилось. Моменты, пробуждавшие желание жить, были после катастрофы, а не до. Мне кажется, ли мы впервые слышим ее голос, или я настолько упоролся, что... Когда я наконец нашла свой народ, я сказала, что мы можем помочь. Меня посчитали предателем. Рада, что ты появился. Зулф уговаривал пойти с ним. Я пыталась его отговорить. У нас обоих не получилось. Если бы я могла оказаться где захочу, я бы осталась здесь. Можно же полететь куда угодно. Можно. Итак, ты можешь или предотвратить катастрофу, или остаться со мной и Руксом. Слишком трудный выбор. А почему это выбор? Восстановление. Инициировать восстанавливающий протокол Бастиона. Внимание, данный процесс восстановит мир в прежнее состояние. Процесс необратим, использование только по назначению. Эвакуация. Инициировать эвакуационный протокол Бастиона. Внимание, данный процесс нанесет непоправимый ущерб ядру и сделает невозможно восстановление протокола. Бастион... Я сейчас пытаюсь понять, то есть, ну, грубо говоря, мы пытались истребить Ура, так что ли? Мы Цейлондия, они Ура, мы пытались истребить их. Теперь вопрос. Бастион — это средство нападения или защиты? Как по мне, бастион — это что-то, что защищает. Если эвакуации, то мы просто отсюда уйдем и ничего не станет. А если вас... Я не пойму, что из этих вариантов лучше. Я, наверное, нажму восстановление и просто посмотрим на итоги, а потом уже по итогам я буду делать какие-то выводы. Дело сделано. Теперь держись. Скоро все закончится. Что бы сейчас ни случилось... Ты был хорош. Я думаю, все, что осталось, это попытаться запомнить этот момент. Да, давай попробуем. Бастион вернет нас в лучшее время, до того, как все это случилось. Может быть, мы забудем все, что совершили, и друг друга. Это вроде как откат времени какой-то случится сейчас. Но после всего, что мы пережили, мне трудно в это поверить. Бывай, малец. Может, встретимся в следующий раз. Может.
Цейлондия, мы возвращаемся домой. Хорошо, супергигантские игры у нас это все делали. Немножечко, ну, не то, что немножко открытая концовка, понятно, что там есть что додумать и что... Кстати, Зул. Не знаю, мне игра очень сильно понравилась. Я не знаю, как вот это было наблюдать со стороны, потому что тут была именно хорошая комбинация нарративного такого сюжета и геймплея, но вы видели, ну как бы, вы не чувствовали геймплей, вы видели этот геймплей, но вы его не прочувствовали до конца. Геймплей такой приятный, он не навязчивый. Да, мы пошли на среднем, не на тяжелом, но именно вот на среднем. Он такой приятный, ненавязчивый. Есть чуть-чуть подбешивающие моменты, но они ни в коем случае не портят игру. Ну, как бы, если бы их не было, наверное, было бы скучно и пресно, что ли. Мне понравилось. Я понимаю, почему у этой игры такие хорошие отзывы, оценки. Она не огромная, она не претендует ни на что. Она просто есть, и она просто хорошая. А по сути, хорошие игры — это то, что всем нам нужно. Я так понимаю, что Транзистор тоже из этой вселенной. Его мы будем проходить не прямо сейчас, не подряд, но он крепко засел у меня в планах. Теперь насчет Бастиона. Не знаю, мне просто нравится. Я вам очень рекомендую поиграть. Вы решайте уже сами. Как на мой взгляд, это просто хорошая, приятная игрушка на пару вечеров. Она не очень длинная, как вы видите. Поэтому она вам не будет где-то висеть на подкорке, вот я ее пройду через месяц. Нет, это пару вечеров посидеть, поиграть немножко на расслабоне. На этом этот проект заканчивается, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Увидимся в новых проектах, в новых играх, в новых мирах. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, добра. Всем молодушек и всем покеда.